Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Коктейль ТВ в эфире, снова Яша и мой отец Александр Николаевич. Сегодня у нас такой праздничный вечерок, да? Маленький. У Станислава Николаевича, друзья. День рождения, грустный праздник. День рождения, грустный, да? Старший и старше, да? Старее. Как виски. Ну да. А виски, смотри, чем старше, тем благородней. Да. Так что... Ну, у нас сегодня такой старенький виски. Ну, сегодня не очень старенький виски, да? Ну, я очень сильно захотел. Почему? А потому что он должен быть интересный. Друзья, виски у нас сегодня Бен Рех Смоки 12, то есть 12 дымных лет. Да, это что такое? В общем, дымник 12-летний, а самая его интересная характеристика, так скажем, да, то, что он стал лучшим виски по версии Сан-Франциско 2021 года, причем двойная золотая медаль. Это... Поэтому я захотел его попробовать. Да, плюс дымники, мы любим вот эти тематики, да, дымные. То в дым. Еще да. Интересно то, что он все-таки, друзья, выдерживается в трех типах бочки. Это бурбон, это сладость, это все класс. Херес, да, интересный вкус. И еще и марсала, друзья, вообще огонь просто. Да. Кто не смотрел марсала, посмотрите, у нас недавно мы делали обзор. Если кто-то не знает, что такое марсала или еще что-то, недавно у нас был обзор, да, можете переходить, смотреть. А то люди написали, это ликер, это не ликер, это ликер на вино. Блин, это вообще прикольное вино. Да. Ну что, ну классическая этикетка, коробочка, да, туба. Туба. Рэйчел Баррел. Мастер блендер. Да. Рэйчел Барри. Ну что, бутылочка вот такая. Блин, мне очень нравится вот это все. Вот простота. Да, вот это просто мне тоже нравится, когда все простенько, знаешь, как бы ненавязчиво так. А то вот разрисуют всякое там непонятно что. Ну, здесь тоже много всего написано. Здесь даже написано... Здесь вот это вот мне внизу вообще нравится. Да, ну, давай почитаю тогда уже, да. Выдержка в чем была, да? Бурбон каск, шерри каск, марсала вайн каск, да? Нос. Дымная ваниль и какой-то жареный оранж. Апельсин. Не знаю, может не жареный. Черед, не знаю, как переводится. Smoked level rich. Палат. А, вкус, да? Темный шоколад, фруктовое что-то. Пил. Фруит пил, не знаю, как переводится. Коричневый сахар и дымная бочка. Рэйчел Барри. В общем, информации достаточно много, да, интересно. С 1898 года. Ну, его что-то там потом закрывали, перепродавали, и там что-то непонятное. Да, у него такая история. Сначала... Ах, уже и забыл, какой виски-то. Ну, какой-то Билли Уокер купил его. Да, вообще принадлежит Билли Уокеру, такой известный чувак в Шотландии. Ну, и он сразу стал популярным после него. Вообще, Бен Рех вообще стал попадаться очень часто на прилавках, да, вот сколько я заметил, в Россию. По крайней мере, у нас в Перми. Стали завозить его в Россию, да, ну, в Перми, да и в Питере мы были. Помнишь, сколько там их было? Да. Ну, давай, сегодня уж именинник ты. Пукнем. Давай. Не сильный пук. Так, какая пробка красивая. Пробка, да. Пробочка, да? Прям так... Прессованная, как будто, да? Прессованная. Как будто уж, кажется, срезана как-то. А, это просто так красиво. Ух, нифига себе. Да. Блин, апельсин? Да, здесь дымка. Не, ну... Ну, там, кстати, даже больше дыма, да. Здесь дым блин, больше. Блин, ну, аромат, конечно, да. Прям вот такой виски я люблю. Это сладкий, дымненький такой. Пробочки вот. Брендированы. Блин, что, неужели нам придется выпить ее все? Друзья, 46 градусов. Опа, вот это уже вообще нравится. Ну да, вот виски 46 начало, да, вот как бы вот. Уже хорошо. Да. Уже хорошо, уже радует. Вот поэтому да? Сегодня мы его и выбрали. У нас были там другие виски, нам хотели взять, но потом даже, не, пускай еще стоят. Я их вот от дымненького, так, да? А дымненьких-то на ближайших обзорах вроде как бы... Не планируется, да. Не планируется. На ближайший прям, да, обзор? Да. Вообще-то, конечно, у нас будут, много. Будут, конечно, они, ну, потом. Да. Когда-нибудь. Ну что, не знаю, ну давай первый нос все-таки, наверное, попробуем. Что, интересно, ну, же, друзья? Как мне сказали знакомые, что здесь это даже на первый нос не чувствуется алкоголь и крепость, и спирты ну, не чувствуется. Вот, давай, посмотрим. По ножкам. Ну, достаточно плотные такие. Слушай, они плотно висят. Угу. И вроде как он без какой-то фильтрации. Ну, не написано ничего, не нашел я. Слушай, а реально нету спирта. Ну нет, чуть-чуть еще подбивает. Но
Для меня легонько. Как бы для 46 это вообще хорошо. Ну, надо постоять ему еще. Ну, мы дадим подышать. Ну, дым, конечно, на первом плане. Персики какие-то, пометок. Блин, все, у меня слюноотделение все пошло. Потекло. День рождения пошло, блин, все. Так это немножко грустненькие были, да? Да не говори, блин. Сейчас, ты еще такой грустный праздник, туда-сюда, блин, что-то я прям... По-моему, начинается уже хорошо. Ну, я думаю, надеюсь, что начнется хорошо. Виски не подведет. Дадим подышать. Да, все-таки он немножко еще не раскрылся. Да. Чувствуется, что ему стоит немножко подождать. Ну что, 12 лет, 12 минут. Пойдем, пока пироги пожарим. Пойдем. Ну вот и виски-пауза у нас завершилась. Это уже невозможно, потому что аромат стоит пипец просто. Да? Да. Понял? Да. Я вообще не могу прямо даже, ну, прям дым у меня стоит уже. А у меня коронавирус, видимо. В общем, друзья. Ну что, праздник начинаем? Праздник начинаем. Давай снова на носик, постоял, нет? Давай. Давай. Красиво. Ух ты, поменялся, слушай. О, как он раскрылся. Нифига себе. Немножко так тусану его. Да, очень сильно раскрылся. Я говорю, слушай, что... сейчас уже шоколадные нотки пошли на самом деле. Ну да, темный шоколад, все верно. Апельсинка пошла, цветочки пошли, медок пошел. Горелое дерево. Я уж про дым, про торф не говорю, потому что здесь он везде уже летает, по-моему, по всей. Я уже надышался им. Здесь причем два спирта используются. Один торфяной, второй простой. Да. То есть они скупажировали еще а и спирты. А вот в БНЕ же есть десятка торфяная и десятка трипл каск. И двенашка тоже. Ну, они все трипл каски. Да. Просто есть дымные, есть без дымные. Да, есть дымные и есть простой. И у них еще есть, по-моему, 18-летний, 20-летний. Да, у них целая линейка, да. Ну. Ох ты. Блин, я прямо так сидел бы, даже наслаждался. Ну да, очень приятный аромат, друзья. Это не Эрбек, это вот не Волгогули, совсем все другое. Нет, здесь это такой слабый это дым. Не островной, да? Да, это слабенький такой дым, но вот дым приятный, прямо нежный такой дым. Здесь даже как больше как бочка горелая, что ли, такая вот. Обугленная деревяшка. Как-то по мне так. Сливки, да, какие-то шоколадные. И цедры апельсина вот этой все да, вот припудрено. Это да? Прикольно, то, что это апельсинка. Апельсиновый шоколад, это такие совмещения вкусов такое идеальное. И все это дымненькое, блин. Да, аромат, конечно. Андрей, блин, слюни вообще. Да все, у меня я уже прямо есть захотел, на самом деле, откусить, да, так хочется. Слушай, классно вообще. Да, по крайней мере, ароматика обалденная. Не зря, уже не зря. Ароматика обалденная, реально обалденная. Такой, вот такой виски охота, как бы, да? Вот? Да. А теперь уже, как бы, блин, что-то мощно так уже в нос бьет. Мощненько, да. У меня первый раз, когда пробовали, не было такого. Ну-ка, давай. Ну, давайте все-таки пробовать уже. Давайте да. За меня. Давайте, кстати, Слава Николаевич, он долго вел канал. Да. Виски увеличивались в возрасте. Не 12-летним, там, а 22. 42-летний. 42. Для этого нужно кинуть донаты, друзья. Да, побольше. Ладно. Это что, в описании карточка, да? Спасибо за ваше поздравление. Ну что, пробуем? Давай. Ух ты. Ух ты. Слушай, какой нежный. Шоколад. Апельсин. Слушай, а какая бочечка в конце? Прямо чуть-чуть горчиночка вот такая. Прям, вот она дошла сразу. Такая вот чуть-чуть. Прям, ну, слушай, она классная. Деревяшка такая, да? Да. Чуть она прям обожженная такая. Нет, это, слушай, они хорошо сделали. На первый глоток это прямо очень понравилось. Да, это вот первый глоток, это шоколад с апельсинкой. Ну, это вот 12-летний, да. Медок. Ох, как люблю такой. Это сладость, да? Он такой сладкий виски. Достаточно сладкий. Пока вот на первом глотке такого выраженного торфа нету. Знаешь, что напоминает? Мне больше здесь горелки какие-то вот. Хайленд Парк напоминает, да? Нет? Может быть, что-то у меня уже в голове как-то он нету. Ну-ка, давай еще раз. Не ассоциируется почему-то. Блин, мне бочка на конце нравится, прям вот вообще. 46. Хорошо.
Я не чувствую 46. Блин, вот это из разряда, который я люблю виски. Именно вот такого направления виски. Блин, вообще все классно. Нет, да? Вообще, прямо вот четкая связка такая, понимаешь? Очень хорошо шоколад, цепрессинка, да. И дымник. Вот это все в идеале. Чуть меда, нет, меда. Мед в аромате больше. Да, во вкусе как-то, ну, сладость, да? Ну, цветочки все равно присутствуют. Ну, такие, знаешь, больше как сливочки бы... какие-то, что ли? Может быть, да, да? Может быть, даже больше вот сливочные. Сладкие цветы, может быть. Знаешь, вот парфюм есть сладкий такой вот. Вот что-то вот такое, да? Ну, кстати, парфюмированный, ну, достаточно, да? Если вот я не скажу то, что очень большая палитра вкуса, здесь как бы шоколад, апельсин и дым, да? Вот, в принципе, на этом как бы... Так вот, чтобы прямо раскрыть. Ну, этого достаточно, мне кажется. Это вот они именно сделали такой профиль. Лучший виски 21 года по версии Сан-Франциско, да? Не, ну это прикольно. Ну, это прикольно. Они здесь хорошо сделали. Прямо сбалансировали так, да, все. Здесь и начальный вкус, и средний вкус, и послевкусие. Достаточно длительное, да, но пока стоит, вот, посмотри, послевкусие, да? Такое уже немножко масло. Ну, не очень маслянистое, конечно, да? Ну, вот масло набирает, как бы, вот. Какой-то оборот, что ли. И вот этот висковый вкус. Прямо висковый вкус. Вот прямо, знаешь, такой свежий. Солодовый. Солодовый, свежего солода. Да, без солода тоже очень чувствуется. Да, он как бы свежий такой. Свежестью, да, такой прямо играет. Да, здесь прямо солодовый. Ну, все, опять вот, бочечка приятная в конце. Ну, блин, я а прям, в конце, да, вот слушай, это... Я так влюбился в нее. Это бомбочка такая, да? Ничего себе, она такая горечь, она именно приятная. Да, горечь, да, 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 да. Блин, ну слушай, да. Слушай, а что здесь Марсала, интересно, дала? Ну, вот я не понимаю. Ну, здесь, по сути, шоколад, дым и апельсин. А вот смотри, Марсала добавляет вот корабельную смолу, ну, да? Ну, вот может горечь вот это вот такая. А смолу тоже в бочку добавляет или уже потом? Нет, ну я думаю, что бочка, скорее всего, добавляет, просто, да? Да, что-то такое, может быть, здесь и присутствует, такое вот. Такое дерево промасленое. Здесь написано, да? Сколько там они до выдержку делают. Ну, понятно, лет. Что это все под, да, секретами. Спайс бочка. Нет, ты видишь, медка нету. Вот сейчас я медок чувствую, вот тут тоже. Потому что сладость хорошая, кремный, да, дым. Не сладость шоколадной ветки. Такие. Ну, это не, знаешь, не такой прямо навязчивый шоколад, а темный шоколад такой хороший. Сладкий дым в аромате. Да. Да, сладкий дым. Ну, как написано. Вот, как, в принципе, они что написали, да? Что в принципе, написали? Тоже есть, да. Это все, как бы, в принципе, вот полное описание вкуса. Блин, я бы таким виски, конечно, посидел. Может быть, сегодня посидел хорошо. Ну, жалко его так за раз, конечно, бахать. Нет, ну не за что он такой. Мы вот так вот, чуть-чуть, вот, ну, вот, вот так вот. По чуть-чуть и все, да. Потому что мы еще другие потом бокалы попробуем. Обязательно. Хотя и скрипит вообще, да, шикарно. Я думаю, что смысл даже нет. Прикольно. Давай, давай, за тебя еще раз. Спасибо. За здоровье, самое главное. И как уже сейчас, мирного неба над головой, да? Да. Скажу, что виски мне очень понравился. Я не скажу, там это 99 баллов из 100, нет, не скажу. Там 89-92 вот так, но шикарно. Вот здесь он сбалансированный. Но виски достаточно недорогой. Да, мы что-то вообще его недорого купили. Вообще. Мы вообще его недорого взяли, но мы по супер акции какой-то там выкупили, да, его. Но даже я посмотрел, средняя цена у него, ну даже на интернете, это как, ну, средний сегмент виски. Даже может быть чуть дешевле, чем, допустим, другие. И он вообще классный. То есть за свою цену он полностью оправдывает себя. Я бы сказал, да. Тот, кто любит такие сладенькие, ароматненькие. С дымком. С дымком. Да. Дым ненавязчивый. Он не, это вот, это не айва, вообще не айва. Вообще нет. Здесь нету йода, нету ничего, нету такого. Ничего. Здесь просто дымная деревяшка, да, вот такая. Прикольная дымная деревяшка. Вот, потому что когда пьешь айву, допустим, там же прямо то бьет, там все. Там то, уже водоросли какие-то вылазят, да, медицина. Соль, всякие вот это все вылазит. Здесь нету. Ну, чуть-чуть соли, здесь, может быть, есть. Нет, нет. Ну, чуть-чуть. У меня обычно сразу губы соленые, то есть губы сладенькие такие, прямо приятненькие такие. Мне хорошо. Ну, мне понравилось. Да. Классно, не зря. Ладно, что, будем прощаться. Ладно, будем отмечать. Пишите комментарии, друзья. Пишите, кто пробовал этот виски, как вы к нему относитесь. Потому что мы посмотрели обзоров, я вчера вообще не нашел на него. В честь дня рождения подпишитесь на Яндекс.Зен. Да, да, да. Потому что вдруг YouTube закроют, друзья. Да. Где мы будем встречаться? Хотя пусть на всякий случай будет там, да? Это уже как минимум у нас будет немножко. И поставьте лайк.
И поставьте лайк, да. Так, сделайте репостики и все остальное, друзья, сами все знаете. Конечно. Да? А мы пойдем праздновать. И продолжать. Сейчас откроем еще коньяк, потом еще пивко. Шампанское. Пивко-то уже найдем. Там много его. В общем, коктейль ТВ будет сделать коктейль, как обычно. Повеселимся от души. Ну что делать? День рождения стоит отмечать все равно. Как ни крути. Хоть и грустный праздник, как ты говоришь. Но отмечать будем. Да. Ладно, всем пока-пока.